Так, ну теперь надо сообразить, куда идти. Московский пассаж. Так, доллар покупает по 30 рублей. Продает на 20 копеек дороже. 20 копеек себе в карман. Ну что ж, то он и банк. Обменный курс. Так, и где же у нас Лаврушинский переулок, и как в него попасть? Вот здесь вот Средьмаш, то есть мое родное министерство. Но мне кажется, что надо пройти вот сюда и как-то там огородами пробираться. Ну, если я ошибусь, то не сильно, потому что там у нас Кремль, а вот люди-то идут. Раз люди идут, они знают, куда идут. Может быть, это как раз болельщики. Или Гельфанда, или Ананда. Может быть, нет.